Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня я хочу зайти в новый бонусник Lyft Invest. Значит, пользователей 1313. Новые в онлайн сейчас. Пошли уже выплаты. Резерв. Так, есть что у нас тут еще? Ну, о проекте сами почитайте. Бонус к скорости дается. Начисление каждую секунду. Ну, как в обычном бонуснике. Моментальные выплаты. Партнерская программа 7%. Депозиты и выплаты от 1 рубля. Так, ну, отсутствие ботов и накруток. Что здесь еще есть интересного? Смотрите. Ну, как везде, статистика. Значит, последние 10 операций есть и реферальные, пополнение, вывод. Видно, что проект платит. Так далее, что группа есть ВКонтакте. И вот здесь обратите внимание, подарки от администрации. Нажмете и ознакомитесь. Далее, что еще здесь хорошего? Так, это главная страничка. Ответы на вопросы почитайте. Новости, группа ВКонтакте, как я сказала, и YouTube, видеоотзывы. Для тех, кто пишет видео о проектах, делится, и здесь есть видеоотзывы. Значит, прочтете и ознакомитесь. Значит, минимальное требование к каналу 50 подписчиков и в среднем по 50 просмотров, чтобы было на трех роликах. И дают бонус как бы на PR кошелек, они обещают 50 рублей. Почему бы и не попробовать, кто занимается. Ну а регистрация у нас что? Вводим PR кошелек. Так. И код с картинки. Нажимаю «Войти». И пошла майниться копеечка. Так. Значит, ну это вот наша баланс. Домашняя страничка. Так, еще забыла сказать, что... Обратите внимание, здесь есть чат. Онлайн-чат. И можно общаться. Так, вот идут выплаты. Видите, уже как бы все у них хорошо. Значит... Статистика за 60 минут, за 24 часа, за 7, за 30 дней. Так. Далее что? Давайте баланс пополнить. Так, вывести сразу. Посмотрим, есть ли здесь заглушки. Так. Вы уже получали выплату на сумму по нулям. Получите выплату, оставьте отзыв ВКонтакте. Но я здесь не вижу заглушек. Вот. Ну и замечательно. Я пополню, конечно же, баланс на 25 рублей. Минимальная сумма пополнения и вывода, как я уже говорила, от 1 рубля до 10 тысяч. Так, на 25. Нажимаю пополнить. Перебрасывать на платежную систему. И дальше по накатанной. Я пополнила. Войти в кабинет. Так, за 24 часа у меня выходит рубль 29. Так, здесь вкладочка «Вывести» я вам показала. Рефералы. Находится партнерская ссылочка. Здесь операции. Ну, статистика идет. Ну и выход. Вот такой вот бонусник. Смотрите сами. Вывод, естественно, буду проверять. Буду мониторить периодически бонусник этот проект. Всем удачи и больших заработков. До новых встреч!